Я сегодня подхожу под ковер нашей программы, под логотип нашей программы, решила сделать себе яркий оранжевый маникюр в честь Нового года. Желаю, чтобы в вашей жизни были тоже яркие события, ну, не только связанные с цветом ваших ногтей. Доброе утро, Ростов! Доброе утро, любимая, дорогая, обожаемая Ростовская область! Сегодня уже 29 декабря, и по-прежнему каждое утро начинаем вместе с вами мы, утренний телеканал Ростовской области. Это Гена Гордеев, а я Ира Касарина. Ну и, конечно, я сейчас пытался понять, под кого я подстроился, ни под кого я не подстроился, потому что подстраиваюсь, конечно, в первую очередь под вас, под праздники сегодняшние. Вот сегодня 29 декабря, сколько осталось? Там пару дней до Нового года, многие сейчас хватаются за голову, столько всего успеть, подарки купить. И день сегодня такой называется, еще столько всего надо сделать. Друзья, пускай этот день будет только вот на бумаге, я не знаю, а просто, чтобы вы действительно все успели, и не переживали, и не бегали в мыле. Вот. День забытых благодарностей сегодня. Розыска забытых благодарностей. Ну, мне кажется, не нужно ждать от кого-то благодарности. Если что-то я делаю для кого-то хорошее, то только от души, от чистого сердца. Да, есть профессиональные праздники. Вот, допустим, Международный день виолончели. Это день, наверняка, виолончелистов, с чем мы поздравляем их. И День службы профессионально-психологического отбора МВД Российской Федерации. Серьезные лица. А в Америке, кстати, сегодня отмечают День «Встаньте на весы». Я предлагаю вообще не отмечать этот праздник, а встать на весы где-то после 10 января. А прямо сейчас отправиться в увлекательное историческое путешествие. Декабря 1859 года Ростов подключился к сети электрической почты телеграфу. Телеграфный аппарат был установлен в конторе, находившейся на углу Тургеневской улицы и Почтового переулка, ныне Островского. В этот же день, в 1942 году, был освобожден от немецко-фашистских захватчиков Ремонтнинский район. 29 декабря 2012 года природный газ пришел в последний негазифицированный район Ростовской области Заветинский. Ты был, Гена, в Заветинском районе? Я думаю, что у меня есть все шансы успеть туда и в этом году, и в следующем, друзья, осталось до Нового года. Ну, всего ничего, и чем ближе к этому замечательному празднику, тем больше у нас сюрпризов, приятностей, неожиданностей. Одна из неожиданностей – это то, что сейчас, когда вы будете смотреть, как правильно делать бёрпи, мы с Ирой будем пробовать, будем делать мы сейчас. Будем тоже просто смотреть. Будем смотреть, тем более, что смотреть, как говорится, никто не запрещает. Бёрпи – это лучшее упражнение для всего тела. Оно включает в работу все мышцы, мгновенно поднимает пульс и позволяет сжечь огромное количество калорий. На одно бёрпи затрачивается примерно 1500 килокалорий. Предлагаем вам три уровня сложности этого упражнения. Первый уровень – начальный. Быстрым шагом, без прыжка, примите положение планки. Контролируйте поясницу и положение ладоней под плечевыми суставами. Опустите колени на пол и выполните отжимания, сгибая локти назад. При этом тело от колен до макушки должно представлять собой ровную линию. Выполните шаг стопами к ладоням и сделайте прыжок вверх. Второй уровень – средний. С помощью прыжка примите положение планки. Контролируйте поясницу и положение ладоней под плечевыми суставами. Сгибая локти назад, касайтесь грудью пола. При этом ваше тело – ровная линия, от пяток до макушки. Опирайтесь на колени перед подъемом. Прыжком перенесите стопы к ладоням и выполните еще один прыжок вверх. Третий уровень – профи. С помощью прыжка примите положение планки. Контролируйте поясницу и положение ладоней под плечевыми суставами. Сгибая локти назад, касайтесь грудью пола. Ваше тело должно представлять собой ровную линию от пяток до макушки. Поднимите себя вверх, разгибая локти, но не провисая в плечевых суставах. И прыжком перенесите стопы к ладоням. Затем выпрыгните вверх, максимально подтягивая колени к груди.
Начните выполнять по 10 бёрпи в день и постепенно увеличивайте их количество. Также экспериментируйте с уровнем сложности. После выполнения этого упражнения ваш метаболизм будет работать намного активнее в течение всего дня. Делайте бёрпи и будьте в форме! Ты когда-нибудь бы смог вот это повторить? Нет, просто для человека, который только что делал бёрпи, это очень хорошо выглядит. Мы тут, друзья, на самом деле, конечно же, в нашей студии в минуты вот этих пауз абсолютно не бездельничаем. Мы, ну, если не стараемся повторить то, что вы видите на экранах, то, по крайней мере, просто вспоминаем, очень хорошо вспоминаем, что у нас там с жилищным капитальным ремонтом. Да? Вспоминаешь ты? Я вспоминаю каждую секунду об этом. А я каждый месяц вспоминаю, когда квитанцию получают. Да. Ну, будем говорить о фонде капитального ремонта непосредственно с руководителем этой организации. У нас в гостях появится Владислав Крюков, директор НКО «Фонд капитального ремонта Ростовской области». Поговорим с ним вообще, в принципе, что успели отремонтировать в 2021 году. Поговорим с ним, может быть, если не разрешат, о квитанциях, которые мы получаем ежемесячно. Ну и вообще затронем какие-нибудь важные, интересные темы. Как они выбирают тот или иной дом на этот самый срок, тоже поговорим. В общем, друзья, это совсем скоро. Ну а сейчас традиционно приглашаем вас всех на завтрак. Сегодня готовим сочный супер-сэндвич. Для этого нам понадобится одна фокаччо или другой хлеб с хрустящей корочкой, по 150 граммов салями, ветчины и вареной колбасы, а также по 100 граммов моцареллы и голландского сыра. Для соуса подготовьте по 180 граммов оливок и маслин, 2 болгарских перца, 3 стебля зеленого лука, 1 зубчик чеснока, 1 стебель сельдерея, по 2 столовые ложки рубленой петрушки и сушеного орегано, 3 столовые ложки красного винного уксуса, оливковое масло и 1 щепотка хлопьев красного перца. Нарежьте перцы крупными кусками, затем выложите их на противень и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 7-10 минут. Измельчите зеленый лук и петрушку. Небольшими кусочками нарежьте сельдерей. В блендере взбейте все ингредиенты для соуса. Готовый соус уберите в холодильник на 1 час. Хлеб разрежьте вдоль на 2 части. Обжарьте на раскаленной сковороде до образования хрустящей корочки. Часть хлеба намажьте соусом из оливок. Слоями выложите салями, ветчину и колбасу. Следом выложите сыр. Сверху выложите еще один слой соуса. Закройте сэндвич второй частью хлеба и плотно прижмите. На сэндвич положите тяжелый пресс и оставьте бутерброд на 1 час в холодильнике. Затем нарежьте его на порционные части. Оберните в бумагу или фольгу и отправляйтесь на пикник. Приятного аппетита! Если сильно злоупотреблять сэндвичами, то в какой-то момент вы перестанете нравиться себе на фотографиях. Или перестанете помещаться в фотографиях. Это не я придумала, это такой общеизвестный факт, но на себе, к сожалению, проверенный. Для того, чтобы хорошо получаться на фотографиях, в первую очередь нужно, конечно же, ухаживать за собой, любить себя, это тоже очень важно, тогда вы будете нравиться себе с любого ракурса. Ну, а все-таки, если вы уж очень придирчивы, есть особые позы, которые помогут вам выглядеть идеально. Возможно так. Современный мир невозможно представить без фотографии. Но сегодня мы поговорим не об искусстве видеть мир через объектив камеры, а об искусстве позировать.
Как часто результат на снимке вас разочаровывает, и вы видите совершенно не тот образ и силуэт, который наблюдаете в зеркале или видите в своей голове? Если эта ситуация вам знакома, то вам наверняка стоит посмотреть этот ролик, в котором мы будем разбирать основные ошибки при позировании. Ошибка номер один – прятать шею. Некоторые девушки, позируя на камеру, слишком сильно наклоняют голову вперед. В результате на снимке не только сильно искажены черты лица, но и отсутствует шея, что нарушает естественные пропорции тела. Чтобы такого не происходило, помните о том, что шею обязательно нужно демонстрировать. Ошибка номер два – улыбаться только ртом. Многие девушки во время позирования ощущают зажатость перед камерой. В такие моменты часто появляется эффект натянутой улыбки. Помните, что радость на вашем лице выражает не только поднятые уголки губ или демонстрирование зубов. Как бы это странно ни звучало, но глаза тоже должны смеяться. Ошибка номер три. Наклон головы без наклона плеча. Если вы наклоняете голову, но при этом плечи остаются прямыми, получается очень неестественная поза. Чтобы этого не происходило, наклоняя голову, помните о том, что нужно также слегка приподнять соответствующее плечо. Ошибка номер четыре – демонстрирование локтей. Если вы решили задействовать руки при портретной съемке, помните, что категорически нельзя направлять локти в сторону камеры. Гораздо удачнее будет смотреться ракурс с отведенной в сторону согнутой рукой. Ошибка номер пять – прямая ладонь. Продолжая тему рук, хотим предостеречь от ошибки, когда прямая кисть преподносится к лицу. Эту ошибку легко исправить, если расслабить руку и слегка согнуть пальцы. Ошибка номер шесть – прижимать руки к телу. Результат этой ошибки приводит к тому, что на фотографии вы выглядите неловко и некомфортно. Кроме того, прижатые к корпусу руки выглядят намного толще. Это можно исправить, просто подняв руки на несколько сантиметров, чтобы они не прижимались к корпусу. Либо можно поставить руки в какое-то положение, например, оперев на бедро. Ошибка номер семь – отсутствие прогибов. Поза а-ля оловянный солдатик вряд ли покажется вам привлекательной на снимке. Чтобы добавить фотографии пластичности, уделите повышенное внимание поясничному отделу позвоночника, ведь именно прогибаясь в нем, вы получите максимум сексуальности и женственности в вашей позе. Приятным бонусом станет визуальное улучшение формы груди. Ошибка номер восемь – неправильное положение ног. При позировании старайтесь переносить вес на одну ногу. Это позволит вам выглядеть более расслабленно и естественно. Также хорошим тоном в позировании считается выведение одной ноги вперед, вес при этом переносится на дальнюю ногу. Ошибка номер девять – прямая линия плеч. Такая поза может визуально прибавить несколько лишних килограммов. Если такая перспектива вас не радует, то советуем развернуть корпус на три четверти. При этом советуем слегка согнуть колено и опустить плечо. Это придаст силуэту стройности и изящности. Ошибка номер 10 – невидимые пальцы. Не забудьте о том, как важно думать о пальцах в кадре. Никогда не подворачивайте руку назад, когда кладете кисть на талию. В таком положении обязательно должны быть видны пальцы. Как жаль, что вы сейчас видите только нас с Геннадием, а не видите еще пока гостя, который сидит на нашем диване. Идеально! Не только для того, чтобы его фотографировать, но и для того, чтобы снимать и показывать по телевизору. Он Владислав Крюков, директор НКО «Фонд капитального ремонта Ростовской области». Владислав, доброе, прекрасное, зимнее, морозное, декабрьское утро. Здравствуйте. Доброе утро. Когда Ирина сказала, что у нас в гостях будет директор фонда капитального ремонта, я вообще ляпнул ЖКХ, да, по-моему, такую информацию, потому что я очень мало понимаю в том, что такое капитальный ремонт. Можно буквально в двух словах для таких, как я, вот раскрыть эту терминологию, что ли, не знаю? У нас очень хорошо, особенностью Ростова города является то, что очень много частного сектора. Конечно, есть люди, которые не понимают и не знают, что такое капитальный ремонт. А это программа, новая программа капитального ремонта, которая увидела свой свет с 2013 года, когда жители многоквартирных домов платят в складчину в счет будущих своих ремонтов капитальных, когда
целиком меняется инженерная система или производится ремонтные работы на конструктивном элементе многоквартирного дома. Это называется капитальным ремонтом. Взнос обязательный, аккумулируется на счете дома, и за счет этих денежных средств производится ремонт. Вот как раз это законодательство уравняло в правах жителей частного сектора жилых домов и многоквартирных, потому что жители частного сектора содержат свои дома сами в надлежащем техническом состоянии. А можно за счет одного дома починить другой? В этом и смысл этой программы. Если формируются фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, то одни дома ремонтируются за счет других, более хорошие за счет менее хороших, и потом, соответственно, наоборот. То есть это программа взаимного займа, но существует еще и специальный счет, когда жители принимают решения сами жители, никто не вправе им диктовать условия, и переводят денежные средства на специальные счеты, собирают только для своего многоквартирного дома. Да, две системы, как удобно людям. Если дома, на которых люди умеют договориться о том, какие они будут работать делать, в каком порядке и когда, они формируют денежные средства на счете, на специальном счете многоквартирного дома. Бывают же такие дома, которые, мягко говоря, ремонтировать дороже, чем снести, построить новый. Вот в Москве же это реновация, которая система. Вот действительно ли есть ситуации, когда проще действительно вот оп и новый построить? А говорите, ничего не понимаете. Это очень большая проблема. Мы, конечно, о ней все время говорим. Конечно, ветхие дома, дома с высокой степенью износа, да и по большому счету пятиэтажки, хрущевки, которые строились с полезным сроком эксплуатации 50 лет, это даже уже выше предела, да, как временное жилье, конечно, их нужно сносить, и город нужно реновировать. Мы должны определиться, какие здания представляют историческую ценность, какие здания мешают развитию города, и четко двигаться дальше вперед. Конечно, мы за то, чтобы разделить дома по принципу перспективы капитального ремонта, а не ремонтировать то, что мы в дальнейшем планируем снести. Конечно, к сожалению, прецеденты есть, мы делаем на них акцент, мы обращаем внимание муниципалитетов на то, что необходимо нам с вами строить стратегию, долгосрочную стратегию капитального ремонта в том числе. А сколько вообще успели домов отремонтировать в 2021 году? В 2021 году мы 650 многоквартирных домов отремонтировали, нас немножечко нам помешала пандемия и рост цен на строительные материалы, у нас перешло порядка 350 домов, которые мы доделаем в следующем году, уже к ним приступили до июня следующего года. Все жители уведомлены об этом, соответственно, проблем никаких нет. Все видят, что пришли подрядные организации, все делают капитальный ремонт. Самое главное, что наше достижение, что мы уже 7-й год делаем планомерный капитальный ремонт, и мы уже вышли, что называется, на промышленные масштабы, промышленные мощности. Это происходит. Капитальный ремонт циклично, ежегодно, и он придет в любом случае в каждый дом, без сомнений. Владислав, а вот с 2013 года, да, существует программа, вы сказали, то есть 8 лет сейчас, по большому счету. Программа была принята, вернее, изменения в законодательство были приняты в конце 2012 года. Региональную программу капитального ремонта мы приняли в конце 2013 года в Ростовской области. Кстати, жители с ней могут ознакомиться, это очень важно. Они все знают, что уже все дома у нас в этой региональной программе распределены по срокам, когда капитальный ремонт неизбежен на доме. Поэтому... То есть заранее уже позаботились о наших жилищах. Да, все должны знать, что есть программа, с которой можно познакомиться. Если не согласны, то думать о каких-то других решениях. Например, формировать на специальном счете свои фонды капитального ремонта, либо принимать решение о досрочном капитальном ремонте. Я к чему про срок спросил. Вот за это время... Можете ли вы выделить что-то, чем, одно предложение или там один объект какой-то, чем вот по-настоящему гордитесь? Действительно, это то, о чем стоит говорить. Во-первых, конечно, то, что все делаем дома в срок. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, лифты – это наше самое главное достоинство, самое главное достижение. Даже Степашин у нас, большой у нас наш деятель, российский государственный член попечительского совета фонда содействия реформированию ЖКХ России, отметил отдельно, что Ростовская область – единственный из субъектов, который выполняет программу замены лифтов и к 2025 году выполнит замену всех лифтов, в которых истекли нормативные сроки эксплуатации всех субъектов. То есть это важнейшее достижение, но, естественно, по пути ремонта лифтов начала двигаться область еще гораздо раньше, с 2010 года активно. То есть всегда поддержка оказывалась именно данного направления со стороны области, руководства области, губернатора. Ежегодно фонду на это дополнительно выделяются денежные средства, поэтому мы, конечно, в чем-то с радостью презентуем людям, что новое лифтовое оборудование, которое, в принципе, у нас работает очень неплохо. Как приятно слышать, что Ростовская область лидер. Вот какой бы гость к нам
там ни пришел, каждый вот по-своему продвигает наш регион в масштабах нашей большой страны. Но вы знаете, я хочу поговорить о той категории людей, к которым отношусь и я, которые раз в месяц... Которые не платят? Нет, исправно получают квитанцию. Ох, времени мало, поэтому, Ира, сейчас не успеем нас нормально коснуться. Ну, давайте, да. Квитанцию получил человек, да? Я-то плачу. Я честно, положа руку на сердце, плачу. Но есть те люди, которые считают, что все это ерунда, и они не хотят, и вообще по закону не имеют права с них брать. Да, если просто отвечать, 95% у нас собираемость платежей платят большинство. Те, кто не платит, к сожалению, сталкиваются с неудобствами в виде наложения запретов и арестов со стороны приставов исполнителей. Это крайне неудобно для всех людей, когда неожиданно списываются, например, там, денежные средства со счета, в том числе и пенсии. Это очень печально. А я думала, не плачь, ну ты ничего не делаешь. У меня уже свет отключили, но это по-другому. Там немножко сложнее все. Ну, я, честно говоря, вот, конечно же, когда вы пришли и когда уже сейчас надо прощаться, хочется сказать, что дайте нам больше времени в программе, еще минут 40 хотя бы, чтобы мы все разобрали, но время, оно неумолимо. Директор НКО Фонд капитального ремонта Ростовской области Владислав Крюков у нас в гостях был. Владислав, можно в 2-3 предложениях вот на эту камеру хотите поздравить с наступающим Новым годом. Дорогие ростовчане, поздравляем вас с Новым годом. Желаем вам хорошего капремонта. Все мы играем роли бедный Йорик. А, нет, сначала всем здрасте еще раз, всем доброе утро. 29 декабря, Ирина Косарина, Геннадий Гордеев, и опять роль бедный Йорик. А, не просто так Геннадий потянула в театральную среду. Все это связано с нашей гостьей, очаровательной и очень милой Кариной Сердюченко, которая, в свою очередь, является директором Ростовского академического молодежного театра. Поговорим, в принципе, о том, насколько интересен молодежный театр молодежи, ну и затронем тему пушкинских карт. И не только поэтому я сейчас тут Юрика этого изображал, держал, точнее. Еще у нас появятся тоже в каком-то смысле актеры, потому что 30 декабря эфир утреннего шоу «Ранняя пташка» будет необычным, сказочным, и в гости к нам сегодня придут люди, которые немножко приоткроют завесу тайны. Это Анна Глебова и Оксана Мирошниченко, ведущие шоу «Ранняя пташка» на радиостанции FM Дону. Ну, для того, чтобы включить радио, в принципе, да и телевизор из дома, наверное, выходить не надо, а вот для того, чтобы добраться до нашей студии или до работы, все-таки придется покинуть свое жилище. Вот насколько нужно будет расчищать снег под ногами, сейчас мы вам подскажем. А, друзья, в конце года, мне кажется, уже, в принципе, любые погодные условия хороши. Ну, год заканчивается, поэтому можно ставить здесь такую жирную погодную точку. А ты помнишь, какая была шикарная погода вообще вчера? Ну как шикарная? Ну, для меня шикарная. Даже несмотря на то, что я уже за рулем, и я полноценный автолюбитель, и для меня вся непогода тоже на мне отражается, но, тем не менее, мне так понравилось ехать на работу. Снег идет, все замерзает, люди бегут. Ух, настоящий Новый год. А как бы тебе понравилось идти на работу, в случае чего? Эх, прям шла бы по сторонам, смотрела, ну, чем не красота, чем не новогодние открытки. Да. Совместное изготовление новогодних открыток может стать очень теплой традицией в вашей семье. В таких поделках живет душа и искренность. Именно поэтому мы спешим к вам с тремя интересными идеями. Готовы к порции новогоднего настроения? Поехали! Открытка «Жемчужный шар». Для этой открытки вам понадобится плотная бумага яркого цвета, жемчужные бусины разных размеров, атласная лента, клей, ножницы.
По центру открытки выложите круг, чередуя большие и маленькие бусины. Сверху приклейте бант и атласную ленту. Вы можете выбрать цвета бумаги и бусин на свой вкус. Открытка «Снеговик Пуговкин». Для изготовления этой открытки вам понадобится крафтовая бумага, белые пуговицы разных размеров, две черные бусины, черный картон, красная лента, ножницы, клей. Выберите расположение снеговика. В первую очередь приклейте небольшой отрезок ленты, она будет у нас играть роль шарфика. Затем снизу приклейте пуговицу побольше, таким образом, чтобы дырки были расположены вертикально. Сверху приклейте вторую пуговицу поменьше, расположение отверстий горизонтальное. В них поместите две черных бусинки подходящего размера, чтобы сделать снеговику глаза. Из черного картона вырежьте и приклейте шляпу для снеговика. Заверните шарфик для завершения образа. Снеговик готов! По желанию можете украсить открытку снежинками и праздничной надписью. Открытка «Маленькие пальчики». Для этой открытки вам понадобится черная бумага для открыток, маркер золотого цвета, гуашь зеленого и красного цвета. Нарисуйте маркером обрамление и контур елки. Заполните контур зелеными отпечатками маленьких пальчиков. Внутрь открытки вклейте белый вкладыш для пожеланий. Оригинальная открытка своими руками готова! Я вообще ни на что не намекаю, ни разу, ни на секундочку, но мне было бы так приятно получить новогоднюю открытку. О, идея! Видеооткрытка практически, потому что, когда к нам приходят гости, особенно такие, как бы так сказать, игрового формата, сейчас я расшифрую, друзья, вы поймете, к чему я веду, тогда это, ну это чем не открытка? Вот чем не открытка появления у нас в студии Карины Сердюченко, директора Ростовского-на-Дону Академического молодежного театра. Карина, доброе утро. Спасибо, доброе утро. Вы сами красивая, как открытка. Да, вот, я к этому-то и вел, на самом деле. И, кстати, мы тут за эфиром начали, когда обсуждать сегодняшние темы, о чем будем разговаривать, мы коснулись того, что все-таки в названии, скажем так, театра молодежного есть такое ключевое, очень важное слово, которое не у каждого театра есть академически. И вот расскажите нам, почему это так важно в данном случае вот для Ростова-на-Дону, для вашего театра? Это очень важно для нашего театра по одной простой причине. Потому что наш театр, когда еще он, будучи тюзом, существовал, звание академическое, он получил вторым в стране вообще. Первым академическое звание академическое получил тюз московский. И потом были мы. И это действительно очень значимое звание для нас. Это фактически призвание наших заслуг, творчества и так далее, и так далее. Это очень значимая вещь для любого театра. И наш театр был первым академическим театром вообще в Ростовской области. А за что вообще дают такую категорию, как академический? То есть нужно иметь какое-то определенное количество там персонала или какое-то определенное количество постановок. Да, с чем связана эта формировка? Вы знаете, не в количестве постановок дело, а в их качестве, конечно. Первое – это уровень, творческий уровень постановок. Вообще это творческий достижения театра оцениваются таким званием. Это и количество заслуженных народных актеров, это и участие в фестивалях, эти награды, которые получает театр. И, конечно, это работа критиков, которые смотрят, оценивают и говорят, да, действительно, театр достоин, и спектакли достойны, и еще, конечно, в звание академические немалую толику вообще вложил Международный фестиваль «Минифест». Благодаря этому «Минифесту» и творчество театра стало известным на мировой арене театральной. Ну и мы привлекать стали сюда, наш город и наш театр, лучшие театральные коллективы со всего мира. И то, что в 97-м году именно в нашем театре состоялось конгресс «Осетеж» состоялся, когда съехались вообще все театры, все фестивали. А тогда было более 500, по-моему, участников всего этого конгресса. И вы понимаете, как это было значимо еще и для Ростова. Мало того, что театральная тема была отражена, люди увидели Ростов, люди увидели наш театр. И, ну, это, конечно, переоценить важность этого невозможно. Ну, это вошло в историю уже конгресса «Осетеж». Любое всероссийское международное событие, проходящее в Ростове-на-Дону, это уже круто, это уже это отдельное спасибо всем тем, кто это творит, создает. Но это когда произошло, я имею в виду именно звание академическое? Звание академическое в 2001 году. О, только то юбилей в этом году получается. Да. Вот,
О, так вот, совсем недавно. Все-таки это прошлое. Я имею в виду, что уже дали, уже есть, уже это прекрасно. Но сейчас вот у нас 2021 заканчивается. И недавно, ну сколько, может быть, меньше, чем полгода назад, появилась такая формулировочка, как пушкинская карта, которая выдается сейчас, насколько я знаю, там от 14 до 22 лет, да, по-моему. А хотят, чтобы и помладше тоже давали пушкинскую карту. Чтобы постарше, я прочитал. Это уже толстовская карта, наверное, будет. Вот. И хочется, знаете, вот сейчас все-таки пушкинскую карту дают, то есть привлекают молодежь в театры. А вообще, вот вы же видите это, ну, практически изнутри. Вообще, как сейчас театр и молодежь взаимодействуют? Они же сейчас, наверное, все в гаджетах, в компьютерах. Или все-таки я зря, это обманчивое мнение, что не ходят? Вы знаете, не все и не всегда в гаджетах отрываются. И делают это у нас в театре однозначно. Я могу сказать, раз мы начали о пушкинской карте, я просто скажу. Значимость пушкинской карты для любого театра и для любого вот, учреждения культуры, концертного зала, музея и так далее. Ну, это такая важная вещь для нас, потому что благодаря этой карте и тем возможностям, которые она дает молодым, мы приобрели новую аудиторию. Я об этом говорю со всей ответственностью, потому что пушкинская карта работает с сентября этого года. Она только начала свою, так сказать, жизнь вообще, а результаты уже есть невероятные. У нас по пушкинской карте продано уже более 2000 билетов, и можно посчитать, да, сколько молодых пришло за это время. И только рост идет благодаря вот этим возможностям, которые дает пушкинская карта, рост вот этой аудитории, приток во все театры, не только к нам. И это, конечно, здорово, и я просто благодарна нашим федеральным властям за то, что они придумали гениальную идею, гениальный ход. Потому что, вот как вы говорите, как можно оторвать молодежь от вот этих гаджетов, да, они там живут уже. Они там общаются, они там просто вымещают живое общение и замещая вот этим вот виртуальным миром, да. И вот как раз благодаря этому, может быть, это один из каких-то таких крючочков, ну, очень хорошо работающих, для того, чтобы их вытащить и пригласить в театры. Я могу сказать, мы видим очень много новых зрителей. А новых мы определяем элементарно. Мы уже многих знаем в лицо даже. А люди, которые не знают элементарно нашей инфраструктуры, где находится там, что в театре, да, mm-hmm. и понятно, это буфет. Новый человек. Ну, буфет, это самое. Я искала леди-рум. Вот, поэтому я могу сказать, что сегодня мы все видим, что есть приток новых молодых в театры. Не только в наш, я повторюсь. И это общероссийская такая история. Тенденция хорошая, они идут, да? туда, где интересно, где есть события. Я об этом говорю каждый раз. Есть события, там будут молодые, новые, те, которым это все интересно. А их все больше и больше. Ну, это здорово. Мы желаем, чтобы в 2022 году в вашем театре было как можно больше постановок, чтобы как можно больше зрителей туда приходили, чтобы они уходили с такими же очаровательными улыбками, какая сейчас на вашем лице. Спасибо. Вас, конечно же, с наступающим Новым годом. Спасибо. Как принято говорить, счастье, здоровье. Такие простые два слова, может быть, они избитые, но нам всем так этого именно и не хватает. Счастья и здоровья. У нас была Спасибо. Невероятная, очаровательная, неподражаемая Карина Сердюченко, директор Ростовского-на-Дону академического молодежного театра. Ты говоришь, что там много не хватает здоровья, счастья и все такое. Мне кажется, сейчас нашим телезрителям не хватает какой-нибудь интересной информации из мира сноуборда, батута. Не знаю, почему я захотел именно так, но сюжет от Валерии Дорошенко в продолжении. Получается делать... такие движения, как 360, нолли и олли, то есть сюда прыгать. 360, ноль, олли. Надеюсь, правильно сказала, ведь это не просто набор букв, а название элементов в сноубординге. В Ростове на доске кататься, а точнее прыгать, и без снега можно. Александр Миронов проводит такие тренировки на батуте. Они помогают подготовиться к горнолыжному сезону и уверенно, а главное в безопасности, чувствовать себя на склоне. Конечно же, это чувствуется по-другому, потому что в любом случае там у тебя доска все время скользит. И там на трамплин есть свои нюансы, как нужно заезжать, и это тоже нужно тренировать. Но, опять же, сам полет, ты хотя бы уже будешь понимать, что там сделать, чтобы приземлиться
безопасно. С помощью батута спортсмены учатся контролировать себя в воздухе. Это не так просто, как кажется с первого раза, а особенно если ноги приклеены к доске. Она в два раза меньше той, которую взрослому человеку дают на склоне, но это как раз то, что нужно начинающему. Как вы видите, даже новичок может справиться с легким элементом, но это не совсем просто, потому что ощущается так, будто учишься заново ходить. А такие тренировки помогают отработать сложные трюки безопасности, и сноубордист, если упадет, то на мягкий батут. Но прежде чем упасть, сначала нужно подняться. Батут помогает научиться управлять телом и улучшает физические навыки. Координацию, скорость, силу и тренирует вестибулярный аппарат. Но кроме пользы для здоровья, это еще и красиво. И на склоне равных таким спортсменам точно не будет. У меня буквально через неделю день рождения, и я собираюсь после дня рождения поехать в горы. Возможно, думаю, поеду в Архыз и буду пробовать как раз-таки все то, чему я здесь научился. Буду смотреть по ситуации. Конечно, хочется попробовать сальто вперед. Тренер советует попробовать такие тренировки как тем, кто ни разу не катался, так и тем, кто часто ездит в горы, но ни разу не прыгал, боится или даже не знает, что можно делать трюки. Ух, какая Лерка у нас заводная. Прям не хочется сидеть на диване, хочется встать, прыгать, бегать, в общем, шевелиться, двигаться. А мы сейчас и будем двигать, но только своими ручками и доставать ими имя счастливчика, который выиграл у нас потрясающе. Да, покажите людям книги, которые они, возможно, сейчас и заберут. Вы звонили нам, оставляли свои контакты, и сейчас один из вас заберет две эти великолепные книги, которые, кстати, видите в единой цветовой гамме. Очень стильные, красивые. Ну и самое же главное, это не обложка, а содержание. Можно. Да, вы звонили по телефону 201-79-00, и вот номер счастливчика и имя счастливчика-счастливицы. Это Елена, номер телефона заканчивается на 56-92. Елена, мы вас поздравляем. Звоните обратно по номеру 201-79-00, мы вам расскажем, как забрать эту книгу. Еще раз, Елена, 56-92, последние 4 цифры. Кстати, это результаты розыгрыша, который мы начали вчера. Немного позже у нас будет очередной розыгрыш, где можно будет выиграть билеты на гандбол, а уже прямо сейчас небольшой намек на то, что вас ждет 31 декабря в 6:30, 7, 8, 9. Как Новый год, как 31 декабря встретишь, так его и проведешь. Не пропустите новогодний выпуск программы «Утро». 31 декабря в 7 часов утра на телеканале «Дон-24». Тридцать первого числа завтра у нас утренний эфир, а сегодня у нас... Почему сегодня? Потому что сегодня 29-е. Сегодня только 29-е, послезавтра. А завтра, друзья, вот сейчас то, что будет завтра. Завтра очень внимательно все слушаем шоу «Ранняя пташка», как, собственно говоря, ежедневно. Но о том, что будет завтра, мы поговорим с ведущими шоу Анной Глебовой и Оксаной Мирошниченко. Девочки, доброе утро. Доброе утро. Ох, интриги. Что ж там напридумывали, сейчас будем рассказывать, расспрашивать. Во-первых, давайте разберемся с тем, кто завтра в эфире. Вы или все? Нет. Или... Не будет ни Оксаны, ни Ани, ни Сережи. О, и ни даже Евгения. Даже Евгения счастье. Не будет. А кто же будет? А будут они. Все, разговор на этом закончен. Сказочные персонажи будут. Ну, вот. Все по классике. Будет Дед Мороз, Снегурочка, Баба-Яга и Кощей Бессмертный. Это четверо ведущих. Да. Я, конечно. А кто взял на себя роль Бабы-Яги? Ну, угадайте. Ну, во-первых, для тех, кто не в курсе, нашим телезрителям, конечно, нужно напомнить, что у нас представители радиостанции FM на Дону, наша родная, любимая Донская. Ну, давайте по сценарию немножечко. Вообще, это какая-то сказка или просто сказочные персонажи? Это сказочные персонажи будут вести новогодний эфир, подводить итоги 2021 года. Целых два часа будут говорить эти сказочные персонажи. Подводить итоги, связанные с чем, с кем? Новостями. И о чем? Мы выбираем новости года, и их обсуждают вот те самые персонажи. Дедушка Мороз, естественно, со своей позиции, дескать, вот видите, какой я молодец, это вот я наколдовал. Баба Яга с Кощеем Бессмертным, если там какая-то пакость, то это они на себя перетягивают, говорят, это мы, это вот благодаря нам все случилось. А вы как-то это репетировали между собой уже или нет? Нет, ну зачем? Не год это репетировать ежедневно. Слушайте, я на самом деле сейчас, возможно, чуть-чуть надеюсь, что никого не обижу, но я чуть-чуть кого-то сейчас, наоборот, преподнесу. Дело в том, что в вашем квартете есть два человека, которые актеры театра.
Вот, три человека. Простите, пожалуйста, да. Сейчас стало чуть-чуть стыдно. Хорошо, хорошо, три человека. Оксан, тогда я у тебя не спрашиваю, насколько тебе сложно или легко войти в рот. А спросите у нее. Я хочу сначала вот у тебя спросить, Аня, ты кто будешь? Ты вообще кто такая? Баба-Яга, ты что, не понял? Баба-Яга, это была не шутка. Нет, это была шутка. Как? Ребята, понятно, они наверняка там готовятся по своим методикам каким-то. А ты? Сказали, оп, ты все, Баба-Яга. Ну, во-первых, я училась на журфаке, отделение телевидения, у нас было актерское мастерство. Во-вторых, мы с Оксаной на одной студенческой сцене выступали. То есть, в принципе? В принципе. Мне кажется, на самом деле, Ане будет гораздо легче. Потому что вы боитесь переиграть. Потому что Аня не парится и не знает техник. Свои там, понимаете, навесы определенные, шоры, а надо вот так, а вот так. А почему персонажи, кстати, эти? Ну, Дед Мороз, Снегурочка, понятное дело. А почему Баба-Яга и Кощей? То есть были какие-то проведены исследования, самые популярные герои сказок или как? Нет, были проведены исследования в силу характера наших героев. Они совпадают с характерами актеров, получается. Аня, кто признал вас Бабой-Ягой? Да нет, я не Баба-Яга, это интрига, интрига. Так это не так. Баба-Яга вообще Билана. А я вообще доверчивая девочка, бы не поверила коллегам, они меня как это, вокруг пальца. Вообще нет, даже не выпытывайте, потому мы не скажем. Потому что, в принципе, нас не будет. Если что, мы не знаем вообще, что. Хорошо. Оксан, я не знаю, как правильно в эфире обращаться. Вы все ты. Носки. Каким образом оказались и почему, где обувь-то? Не люблю я Новый год. Я люблю Рождество. Прекрасное начало эфира. Да, я люблю Рождество. И поляков. И, ну, по-разному, да. И на самом деле снег же вокруг, а студия ваша чистая, коврик чистый. Я думаю, ну, домашняя обстановка, надела носки. И выдала образ. Маме привет большой. Очень неожиданные вопросы, уверены, конечно, бывают. У меня тоже вопрос. Ну, то есть, я, насколько понимаю, раз вы не разглашаете никаких секретов в плане персонажей ху из ху, как говорится, да и вообще, в принципе, их не будет, персонажей. Это будут реальные, не надо. Чисто женщина. Она сначала сказала, не выпытывайте из меня, потом говорит, ну ладно, можно. Пожалуйста, не разрушайте мой образ в того, что я себе уже нарисовал. То есть, Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи, в которых кто-то верит, кто-то не верит, но, тем не менее, они есть, да, и поэтому для того, чтобы, собственно говоря, картину не разрушать, вы реально пригласили Дед Мороза, Снегурочку, Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного, Бабку-Ёжку. Будет какая-то вообще во всей этой истории общая сюжетная линия? Или просто персонажи придут, чтобы обсудить новости, о которых вот вы просто сейчас говорили? Обсудить новости. Ну, да, она часть это будет, в любом случае она выйдет, эта сюжетная линия, потому что все равно должны же отрицательные герои потом стать положительными, уйти на позитивную. Боже мой, мы уже знаем мораль практически. Добро должно победить зло. Должно. Ну, вы знаете, эфир 30 декабря это, конечно, хорошо, но за целый год их было очень много. Каждый будний день вы выходили на связь с радиослушателями, вы вставали рано утром, собирались, несмотря на то, какая погода за окном, и дождь, и снег, и жара, вы бежали. Вот с такой улыбкой, как сейчас у Оксаны на лице, я искренне надеюсь, что она такая была. Что было самое яркое за этот год? Что было самое запоминающееся? Ну, конечно, наш общий эфир. Так, он был. Все остальное меркнет. Нет, я не помню, когда он был, но да. Летом да. Когда-то, да. Когда-то было летом. Это воспоминания Анны, Оксана, у вас? У меня, знаете, я подводила итоги такие в мыслях. Получился какой-то этот год очень экологичный. Мы много говорили об экологии, мы много говорили о животных. Это было очень здорово. А один из запоминающихся моментов, к нам приехал гость специально для радиоэфира из Петербурга. Просто он приехал вечером, я его встретила, он переночевал в гостинице, утром отвел с нами эфир и улетел дальше к себе в Петербург. Это было просто невероятно. Классно. Пусть в жизни будет как можно больше таких ярких событий и людей легких на подъем. Да. И самое главное, чтобы у них еще финансы были на то, чтобы сесть быстренько, прилететь. Кстати, о легких на подъем. Сейчас маленький секрет открою. Я просто его знаю. Может быть, девочки не хотели. Времени у нас минута с небольшим. Но я скажу о том, что к вам будут приходить гости. И в гостях у вас будет один знакомый в нашей программе персонаж, точнее, человек. А гости будут приходить в качестве себя или в качестве тоже персонажей? А мы, кстати, об этом не думали. Мы думали, что в качестве себя, но идея отличная. Мы придумаем персонажа для Алексея Киселевского, если что. Вам приходит Леша Киселевский. Зачем ты, Леша?
Все, сейчас все сказали, тю, хотели послушать, теперь все, все карты раскрыты. Друзья, разумеется, не все, разумеется, еще огромное количество интересного вас ждет завтра в эфире шоу «Ранняя пташка» на FM на Дону. Анна Глебова, Оксана Мирошниченко сейчас у нас в гостях были, есть и, конечно же, пойдут сейчас опять работать. Девочки, вам хорошего, прекрасного настроения, завтра замечательного эфира, мы будем втихаря в промежутках, в перерывах вас тоже подслушивать немножко. Ну и ребятам привет и с наступающим Новым годом. И вас наступающим. Спасибо за то, что пригласили. Каким может быть настроение у человека, который проснулся 29 декабря в Ростовской области? Во-первых, однозначно потрясающим, потому что Донской регион – самый лучший регион в мире. Пусть простят меня, ну, все остальные. Ну да, ну люблю я Донской край, люблю вас, дорогие телезрители, ну и нашу программу. Утренний телеканал Ростовской области, Геннадий Гордеев, Ирина Касарина любят вас и обожают каждый день. А еще мы очень любим наших гостей. И, как говорится, сегодня гостей больше, чем обычно. Сегодня совсем скоро здесь появится человек, который сделает ярче нашу студию. Это владыка Меркурий, глава Донской митрополии и митрополит Ростовский и Новочеркасский. Очень ждем с нетерпением, переживаем, волнуемся, потому что давно ждали. Давно ждали, ну и тему затронем с ним весьма необычную. Кому-то покажется сейчас, что мы будем обсуждать Рождество, которое 7 января, да, уже совсем скоро эта дата, но нет, тема будет необычная. Будем говорить о молодости. Да, об этом будем говорить совсем скоро. Сейчас давайте поговорим о астрологических прогнозах. Гороскоп по курсу. Овнам нужно быть дотошнее в работе, чтобы выполнить ее качественно и в срок. Ничто так не отвлекает от процесса, как собственные темные мысли. Если не получается прогнать их прочь, то выберите способ сублимации. Сегодня тельцам предстоит оперативно включиться в процесс коллективной работы. Одиночное плавание ничего не даст, даже не пытайтесь. В любовных отношениях не помешает гибкость мышления и логика. Весь день близнецы проведут в раздумьях, что может нарушить привычный ритм работы. Позитивные перемены ожидаются в личной жизни. Возможно, судьбоносная встреча с человеком из другого города или страны. Гороскоп предсказывает ракам духовное решение материальных проблем. Вы настолько гармонично, неординарно и сдержанно проявите себя в некоторых ситуациях, что эффект от любого вашего действия будет только положительный. Львам нельзя спешить, нужно быть крайне осмотрительными и осторожными. Энергия бьет ключом, но вам ее нужно контролировать. Не исключено, что начальство предложит занять место другого сотрудника. Год подходит к завершению, а у дев открывается второе рабочее дыхание. Вы и так план перевыполнили, куда еще выше-то стремиться? Лучше займитесь организацией праздника. У весов будет немало сомнений по поводу одного мероприятия. Обратитесь за подсказкой к другу или родственнику, если им можете довериться. Благоприятный день для повышения квалификации. В этот день скорпионам будет все удаваться без лишних усилий. Даже если вы впервые попадете в спортзал, тренировки пройдут великолепно. Следите за текущими поступлениями денег. Стрельцам придется отстаивать свои принципы и цели, но это того стоит, если вопрос касается новой должности и повышения зарплаты. Не сомневайтесь в покупке одной дорогой вещи. Козерогам лучше избегать большого скопления народа. Общение с теми, кого вы мало знаете, ни к чему хорошему не приведет. Вы сами почувствуете себя энергетически истощенным. Гороскоп предсказывает водолеям день весенней оттепели. Наступит она в отношениях с человеком, которого вы любите. Если это повод для праздника, то устройте его со всеми романтическими последствиями. Сегодня рыбам нужно вести себя мирно, выдержанно и ответственно по отношению к любой работе. Не исключена встреча с человеком, с которым вы не виделись много лет. Ну, тут до Нового года уже остается считанные, не знаю, даже часы практически. Чем ближе к новогодним чудесам, тем больше волшебства в нашей студии. Потому что как иначе назвать ту ситуацию, в которой мы оказались? Потому что, честно говоря, давно ждали, давно хотели позвать. В итоге позвали. В итоге, друзья, мы здесь испытываем просто, ну, практически вот минуты счастья сейчас. Потому что у нас в студии, друзья, владыка Меркурий, глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро всем. Доброе утро. Ну, в первую очередь, с наступающим вас Новым годом и Рождеством. Желаем, чтобы все у вас было хорошо, чтобы самое главное, вы были счастливы и здоровы. Ну, вы знаете, вот сегодня такой день, вот как-то вот мы с утра с нашей командой пели одну песню, которая давным-давно уже ассоциируется у нас с работой. Мы всегда поем, да. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Ну, в принципе, мы, наверное... Я так к вашей команде уже не отношусь. Так, уже относитесь. Раз вы уже с нами, значит, вы уже наш. Ну, вот, знаете, хотелось бы поговорить как раз-таки об этом прекрасном периоде жизни, который проходил каждый из нас, и хочется узнать у вас вообще, где проходила молодость ваша?
Моя молодость проходила на Псковщине, в Петербурге. Это были годы учебы в школе, это были годы учебы в институте. Ну, а потом уже... Молодость ведь это такое очень относительное понятие. Это то, что у тебя в душе. Потом это Калининградская область. Там службы 10 лет. Ну, а потом уже серьезная работа в Соединенных Штатах. И здесь, на Дону, в Москве. Вот как-то она так незаметно и прошла. Вы, кстати, сами затронули сейчас эту тему по поводу того, что молодость, она в душе. А вот как вы относитесь к, ну, скажем так, к официальным периодическим изменениям цифры? Вот что молодость, там, зрелость. Вот вы считаете, что правильно как-то распределять это? Вы вот сейчас говорили тут о чудесах, да? И я подумал, думаю, ну вот ребята чудные. Впервые в моей жизни сказали, что моя молодость прошла. Я не так не говорила. Но намекнули. А я вот не чувствую себя так безвозвратно с ушедшей молодостью. Ну, не я ж придумала цифру 35, и как у нас официально это считается, все очень, что это да. Все это очень относительно, нет. Молодость – это настолько, насколько ты себя чувствуешь, настолько, насколько ты можешь с молодыми людьми общаться и понимать их, и жить их проблемами, насколько то, что происходит с молодежью, тебе близко и понятно. Вот это чувство молодости. А ну, конечно, есть некоторые вещи, когда ты смотришь, например, на молодых, и говоришь, ой, я это уже знаю. Вы это проходили, да? Я сейчас понял, что раз я в ТикТоке не понимаю, то я уже не настолько молод. А вот, кстати, знаете, ну, молодость же это, ну, по большому счету, она вызывает, конечно же, улыбку, вот, само разговор о молодости, воспоминания для кого-то, но хочется все-таки немножко коснуться плюсов-минусов возраста, плюсов-минусов от ситуации, ощущения вот этого. То есть, по-вашему, есть ли у молодости, как у такой, какие-то отрицательные вот моменты? Нет, мне кажется, в молодости нет никаких отрицательных моментов, только положительные. Потому что, во-первых, у тебя перспектива жизни всей. Потом ты можешь посмотреть так и, не раздумывая, сказать, я все хочу и все могу в этой жизни. У тебя есть время, у тебя есть друзья, у тебя еще нет печального опыта предательства какого-то. Нет, молодость совершенно замечательное время. И я вспоминаю один наш разговор со Святейшим Патриархом, как-то ну, давно уже было. Он говорил, что нам нужно больше молодежи в церкви, больше священников молодых, епископов молодых. Это был моложе. Вот. И я сказал ему, ваш Святейший, ну это есть один, в этом есть один очень большой минус. Он говорит, какой? Я говорю, нет опыта. Он помолчал, подумал, говорит, да, ты прав. Но когда приходит опыт, уходят силы. И уходит это состояние. И вот это состояние не найти, его не определить, где уже ты опытный и с силами, а где ты опытный, но уже без сил. Вы знаете, мне когда было лет, ну, наверное, 20, я пришла в какой-то магазин, и там продавали шляпы. И я одну примеряю другую, а женщине-продавцу было, ну, наверное, лет 60. Я одну примерила другую и спрашиваю, ну, какая вот мне больше подходит, как вы считаете? Она смотрит на меня, говорит, вы знаете, девушка, говорит, вы же так молоды, а молодость, ей все к лицу, и действительно с этим и не поспоришь. Ну, знаменитые вот... Ирины истории про шляпы. Да, а вот хочется поговорить еще немножечко о тех ребятах, с которыми росли вы, да, вот отличается ли та молодежь и чем она отличается? Которая вот есть сейчас, и ребята вашей юности? Те были свободнее. В каком плане? Во всех абсолютно. Ну, если уж совсем отрочество вспомнить, то, конечно, гуляли, никакой охраны не было, никто нас не охранял, никаких геопозиций на гаджетах родители не прослеживали. Выходили на улицу, играли. Все очень свободно было. Можно было свободно перемещаться по этой огромной стране, которая называлась Советский Союз. Для этого не надо было проходить никакие контроли, досмотры, ничего. Нужно просто было прийти с паспортом, купить билет. И сел на Ту-134 и маханул на другой конец света. Намного было все свободнее. Потом не было такого прессинга дикого, средств массовой информации, вот из всего того, что, чем сейчас наши дети и юность наша вот так давит на них. Этого не было. Были свободнее, читали больше, общались больше. Мне кажется, любили глубже. Искренне, глубже. Не хочу, но я сейчас еле сдерживаю эмоции, на самом деле. Потому что я тоже вспоминаю это, но благо... Ну мы что, в одной же стране родились, да? Ну вот. Поэтому, мне кажется, свободы было больше. Сейчас человек более закрепощен. И выбрать для себя вот эту свободу, это очень непростой выбор для сегодняшней молодежи.
очень непростой. Потому что нужно от чего-то отказываться в пользу своей внутренней свободы. А вы знаете, вот еще молодежи, наверное, очень сложно сейчас фильтровать информацию, да, которую они получают. То есть у них есть доступы в социальные сети какие-то. Вот вы, допустим, как относитесь к тому же самому ТикТоку, который сейчас у молодежи просто на пике популярности? Ну, с улыбкой. Ну, с улыбкой. Все это пройдет. Так как в наше время там проходили дневники, записки какие-то, там еще что-то. Все это проходит. Но самое главное не подсесть на это, понимаете? Это вот может быть таким... некую такую, в кавычках, наркозависимость вызвать, да? Когда человек на это подсел, и он только этим и живет. Нельзя, нет. Все-таки человеческое общение, личностное общение ничто не заменит. Ничто не заменит. И общение с родителями, и со взрослыми людьми, поиск авторитета в жизни, точек опоры, на которые ты мог бы опереться как на некую истину, пусть приходящую, да, но на некую истину, которая для тебя сейчас очень важна. Вот это важно. Ни один ТикТок, ни один Телеграм-канал, ни одно средство массовой информации не в состоянии этого человеку дать. Потому что разговор между людьми идет от сердца к сердцу. Вы сказали сейчас про авторитеты, вы вспоминали Советский Союз. И вот вопрос, который возник сразу в голове. Ну вот тогда, в то время, были другие ценности немножко. Ну и были другие окружающие факторы, влияющие на подрастающее поколение. Вот сейчас, что, по вашему мнению, вот самое главное, какая частичка вот того, что вокруг молодежи есть, вокруг юных ребят, что самое главное, что формирует будущее поколение? Вот сейчас, мне кажется, очень опасным. Это обесценивание ценностей. Вот простите за эту тавтологию. Обесценивание ценностей. Потому что нет героя нашего времени. Ну, бандюгана, который там стреляет, убивает, кровь хлыщет с экранов телевизоров, там еще что-то. Но это же ужас. Это же не герой нашего времени, да? Человек-паук там по стенке лазающий. Ну, хорошо, он там добрые дела делает. Не смотрели. Ну да, где-то что-то там одним глазом. Вот. Но это же не герой нашего времени. Даже с теми героями, которые были в нашей советской стране, они все равно выходили откуда-то. У них были какие-то духовные качества, переживания, телевидение, поэзия, спектакли. Все открывало внутренний мир людей. А сейчас только внешняя какая-то оболочка такая. Что за ней стоит дальше? И вот через это многообразие таких вот придуманных, искусственных образов, не касающихся жизни, происходит обесценивание человеческих ценностей. Вот это самое страшное. А есть какой-то совет, который бы вы хотели дать родителям, у кого в семье растут вот сейчас подростки? Я повторюсь, наверное, но я сказал бы так, читайте сказки маленьким детям. Это закладывает в них любовь к старикам, к родине, к веру в добро, что добро всегда победит. Оно привносит какое-то счастье в их жизнь, да, как новогодние елки рождественские. Это тоже какой-то элемент такой сказочности. Вот. Затем обязательно давайте детям какие-то духовные, нравственные ориентиры из классической поэзии, литературы, из нашего классического кинематографа. Это очень важно. Когда в человеке укоренится вот это понимание добра, зла, правды, лжи, дружбы или антипода ей предательства, человек начнет разбираться в жизни, он найдет себе вот эти точки опоры, он будет их искать. Безусловно, как священник я могу сказать, что он их найдет в Евангелии, потому что все там открыто, вся человеческая жизнь, вот она вся иллюстрирована и рассказана и передана Богом уже с теми смыслами содержательными, которые необходимы. Читать, смотреть, учиться, сравнивать, анализировать, думать. Вот думать. Вы знаете, благодаря тому, что вы к нам сегодня пришли, в нас однозначно уже укоренилось ощущение волшебства и сказочности. Но это как до Нового года. Всего лишь несколько дней остается. Мы хотим попросить вас поздравить всех наших телезрителей с приближающимися праздниками. Дорогие мои, всех вас с праздниками поздравляю. Желаю вам, чтобы следующий год, конечно, как мы всегда говорим, был лучше предыдущего, чтобы мы меньше болели, чтобы у нас было меньше всяких депрессивных состояний, чтобы мы были ближе друг к другу, общались чаще, чтобы мы были более открытыми, чтобы мы верили в добро, чтобы мы любили свою родину, чтобы мы любили тех, кто рядом с нами, наших близких.
Вот это самое главное, что есть в нашей жизни, и пусть оно будет, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Я, конечно, не волшебник, как вот сказала Ира, но учусь молитвенно, желаю вам всем добра, счастья, мира в вашем сердце и в ваших семьях. С Новым годом и с грядущим Рождеством. Глава Донской метрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский, владыка Меркурий был у нас сегодня. Спасибо огромное, что пришли. Надеемся, спасибо, что, конечно же, в Новом году вновь найдется у вас время. У нас обязательно найдется повод. Ну и, друзья, говорили о молодежи. Я думаю, что с молодежью стоит и продолжить. Это такая выставка, и она проходит в публичке уже в 16-й раз. Ну и ее главный прикол в том, что елки на елке здесь не особо-то и похожи. И вот такая зеленая красавица с всякими гирляндами и шариками кажется здесь чем-то необычным. Здесь есть работы и профессиональных дизайнеров, и любителей. Вот вы когда-нибудь видели 131 арт-объект в одном месте? Да-да, эти елки можно смело так назвать. Кстати, привезли их со всей области. Это выставка дизайнерских объектов. Здесь можно увидеть арт-объекты елки, здесь можно увидеть открытки, карнавальные маски и елочные игрушки. Фантазия у художников крутая, конечно. Вот вы могли себе представить елку из линеек? Да, из тех, которыми мы в школе пользуемся. Ну или из шишек, или вообще с крыльями вместо иголок. Я вдохновилась работами Дали. У него есть прекрасная картина «Крылья», и она настолько меня впечатлила, что ну как бы вот. Почему ты сделала свою елку именно из дерева? Почему деревянная, почему, допустим, не зеленая какая-то? Ну, мне захотелось попробовать новый для себя материал, да и вообще что-то новое попробовать, чтобы не было однообразия. Короче, если нужно новогоднее настроение, то вперед на арт-елку. Кстати, выставка продлится аж до 14 января, так что время сходить есть. Но это еще и конкурс, поэтому можно почувствовать себя в роли жюри и проголосовать за работу, которая понравилась. Ну согласитесь, какой символ Нового года без елочных игрушек? Даже если это арт-елка. В общем, я решила, что выставка, на которой поставлено много тематических украшений, будет очень кстати. Ну вот, например, посмотрите, космонавт. Здесь корабль, звезда, велосипед. В общем, много всего интересного. Эта выставка проходит в Ростовском областном музее изобразительных искусств. Она посвящена елочным игрушкам. Самое прикольное, что большинство украшений, которые я там увидела, очень похожи на те, которые были у моей бабушки на елке. Игрушки здесь собраны самые разные, необычные, старинные, которые действительно делались еще в Советском Союзе. Смысл выставки на самом деле простой. Для того, чтобы дети и взрослые не забывали о том, что у нас есть такие интересные и необычные игрушки. Здесь елочные игрушки представлены по разным темам. К примеру, вот экспозиция по сказкам. Или, смотрите, животные тут. Или даже по овощам. Прикольно! Вообще, гуляя по этой выставке, чувствуешь, что Новый год уже совсем на носу. Ты словно погружаешься в праздничную атмосферу. А если вы до сих пор не зарядились таким настроением, то вперед! Выставка эта продлится до 10 января. Когда нам не хватает рук, как говорится, мы очень признательны нашим будущим коллегам из «Игры в объективе». Вот в очередной раз ребята съездили, сделали интересный сюжет, рассказали всем, показали, а мы подарим кое-что сейчас уже на другую тему. Мне хватает рук для того, чтобы удержать два этих билета, и один из вас может уже 4 января не думать о том, как провести ему свой вечер, а может выиграть эти билеты у нас и отправиться на игру. Играют наши девчонки, ростовская гандбольная команда «Ростов-Дон», играют со «Звездой», это команда из Звенигорода. Встретятся они у нас здесь, в Ростове-на-Дону, 4 января. Для того, чтобы получить эти билеты, нужно позвонить по номеру 201-79-00 после 9:30, оставить. Да, оставить. Я хотел сказать, что это все пройдет во дворце спорта. Оставить свой номер телефона, оставить свое имя, ну, сказать, как вас зовут, соответственно. И уже завтра мы с Ириной достанем, возможно, именно ваш номер телефона. Именно вы окажетесь тем счастливчиком, который получит два билета на встречу «Ростов-Дон», «Звенигородская звезда». Напомню, 4 января во дворце спорта. Гандбольная встреча, серьезные девчонки против не менее серьезных девчонок. Представляете, как здорово 30 января получить подарок.
из рук ведущих программ «Утро». Ну, не потому, что я нас как-то возвышаю, а потому, что у нас здесь атмосфера волшебная. И потому, что мы все наши подарки, все билеты, все книги, которые мы вам дарим, всегда заряжаем любовью, добротой и красотой. Да, ну и хочется, конечно же, немножко зарядить вас полезной информацией. Если вдруг в вашем гараже, который вы откопали, какой-то беспорядок, то порядок навести очень легко. Гараж – это место, где мужчины часто проводят, но очень много времени, согласитесь. Поэтому сделать его максимально удобным – важная задача. В этом ролике мы расскажем, как навести порядок в гараже. Для начала осмотритесь, какие предметы тут хранятся. Разберите вещи, возможно, что-то вам уже давно не нужно. Хороший стеллаж – основа порядка. Но готовые стеллажи стоят дорого, а в их стандартных нишах не всегда найдется место для хранения больших вещей или, к примеру, для шин. Предлагаем собрать стеллаж по собственным меркам. Сделайте замеры самых больших предметов, чтобы им точно хватило места, и нарисуйте план будущего стеллажа. Помните, что тяжелые вещи лучше хранить внизу, чтобы не поднимать их высоко. То, чем пользуетесь чаще всего, расположите на уровне глаз. Распилите бруски и доски и покройте их защитной пропиткой. Это необходимая мера, которая убережет древесину от грибка, плесени и вредителей. Важно наносить пропитку на чистую поверхность, которую перед этим следует обработать шлифовальной бумагой и протереть пыль. После полного высыхания пропитки нанесите яхтный лак. Он защитит поверхность от механических повреждений и сохранит ваш стеллаж надолго, даже если тот будет стоять в холодном или влажном помещении. Кроме стеллажей, мы сделаем верстак. Для его изготовления понадобится мебельный щит, который также необходимо обработать пропиткой. Ждем высыхания пропитки и приступаем к изготовлению каркаса. Для этого толстые деревянные бруски соединяем при помощи металлических углов и саморезов. Стеллаж прикрепляем к стене с помощью уголков и дюбель гвоздей. Делается это для того, чтобы конструкция была прочно зафиксирована. На каркасе закрепляем полки. Снизу делаем длинную полку для колес с помощью двух досок, закрепленных примерно в 5 сантиметрах от пола. Кстати, хранить колеса друг на друге не рекомендуется, так как они могут деформироваться. Далее закрепляем мебельный щит. Над столом рекомендуем сделать дополнительное освещение и небольшую полку для мелочей. Также здесь можно закрепить крючки или корзины для инструментов. Чтобы помещение выглядело аккуратным, перекрасьте старые и ржавые металлические поверхности. Всего полчаса работы, а гараж выглядит куда лучше. Я в каком-то фильме видела такую сцену, когда свекровь приехала в гости к своей невестке, начала открывать у нее шкафы, а там все перевернуто, все кастрюли стоят абы как. Она говорит, если у тебя в шкафу порядка не будет, то у тебя его и в жизни никогда не будет. Пусть у вас в жизни все будет упорядочено, все пусть складывается так, как хотите вы, но главное разложить все в своей голове по полочкам. Кому-то гаражи, кому-то кухни. В общем, пускай у вас будет все по полочкам, там, где вам нужно, и самое главное, пускай каждому достанется то, что он хочет получить в новом 2022 году, а в этом году еще утро обязательно будет. А мы вас любим и желаем вам великолепного дня.